Образовательный, бизнесовый, а главное модный. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с представительницами женского предпринимательства и обсудил концепцию предстоящего форума деловых женщин. Если раньше я гордился тем, что у нас есть такие достаточно крупные предприятия, которые и крупные организации, крупные интересные компании, которые занимаются модным бизнесом, то сегодня я увидел о том, что наконец-то начали взрастать национальные чемпионы. Второй по счету форум деловых женщин пройдет в нашем регионе весной этого года. На этот раз бизнес-площадка станет двухдневной. Первый день форума будет посвящен образовательной программе, а во второй день пройдет пленарное заседание. Привлекут к делу федеральных спикеров. Помимо деловой, бизнес-площадка станет модной. В программе запланированы фэшн-показ, а также мастер-классы по уходу за собой. Мы свидетели являемся большого количества замечательных проектов, например, как школа ментальной математики, которые идут, и уже третий филиал, условно, открывают и присматриваются уже и на Димитровград, и выходят, и развиваются. Поэтому это большая, если хотите, непаханная среда, где нужно сподвигать, показывать, и вот на это в основном наши программы образовательные и направлены. Дело всей жизни. Жены и мамы двоих детей Юлии Емелины начался с индивидуальных подарков. Работая с подрядчиками и воплощая массу креативных идей даже без собственного помещения, дело Юлии смогло выйти далеко за пределы региона. География их мастерской охватила клиентов от Краснодара до Сахалина. Мы работаем уже 11-й год. У нас собственное производство сувениров, подарков из кожи. Полный парк оборудования свой, начиная от раскроя, заканчивая, естественно, пошивом и нанесением индивидуальным. Мы можем наносить как лазерную гравировку, так и тиснение. Две сестры, Ирина и Юлия, также начинали свой бизнес в Ульяновске с простого ремонта одежды. Страсть к созданию нарядов родственницам передалась по наследству от бабушки. Сейчас их имена и известный бренд одежды не только в регионе и стране, и экспорт ушел далеко за ее пределы. Мы не стоим на месте, постоянно растем, мы постоянно двигаемся вперед. Значит, есть спрос, мы нужны людям, и мы делаем хороший продукт. Конкуренция, наверное, наша основная конкуренция – это качество работы. В сфере поддержки женского предпринимательства в регионе, к примеру, успешно реализуется федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Проект помог обучить основам бизнеса около 150 женщин. 20% из них уже открыли свое дело. Фонд развития финансирует предпринимательство корпораций, также разработал специальную программу финансирования для бизнес-леди. Льготные займы всего под 5%. Рената Люлова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.